В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас, но уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям. Поручаю правительству совместно с Национальным банком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу –